Скажите, пожалуйста, за что задержаны? В смысле? За что задержаны? Недоразумение. Какое недоразумение? Обычное жизненное недоразумение. Что вы делали в торговом центре? Гулял. С кем? С друзьями. Угу. А на фоне чего произошел конфликт? Такой понт выскочил. Какой понт? Ну так, зацепились словесно. Угу. Слово за слово. Ну вас оскорбили или вы оскорбили? Нет, никто никого не оскорблял. Все было честно. Так, а из-за чего драться-то начали? Ну сейчас нету такой конкретной причины вам сказать. Вот просто не знаю. Не понравились друг другу. Вы были с друзьями. Те люди тоже были с друзьями или как? Да. Со мной было трое, а их было или человек 40. А как давно вы в Москве? Какое у вас гражданство? Российская Федерация. В Москве, ну, железно лет 10. Ранее были судимы? Да, был. За что? По-разному. У вас несколько? Да. Какие статьи? Первая была 318-я. Потом была 222-я, 112-я, 115-я. Третий раз был грабеж, 161-я. Угу. И вот 213-я. При себе у вас оружие было. Откуда у вас это оружие? И есть ли на него лицензия? Есть лицензия, разрешение. Но оружие было не при мне. Я не ношу оружие, никогда не носил. У ваших знакомых, друзей было ли оружие? С собой? Да, было. Откуда оно? Не знаю, может, у них спросить оттуда. Угу. Они меня отчитываются. Угу. А вас не смутило, что это общественное место, и там много людей, могли пострадать другие люди? А вас бы смутило, если бы ваша жизнь висела на волоске? Это была самооборона. Не было другого выбора. Почему государством выдается оружие, лицензии? Для защиты своей жизни и здоровья. Вот, оно было применено по адресу, обоснованно. Напали... В рамках закона. Напали они на вас или вы на них? Одновременно. И мы, и они.